Здравствуйте, дорогие друзья. Сразу лайк всем, кто смотрит. У нас тема такая сегодня. Сегодня приезжал к нам наш подписчик на новом зле. На колесико мы его поставили, но столкнулись с проблемой, с которой еще не сталкивались. То есть изначально у него педали стояли криво, вот как сейчас на колесике, только в другую сторону, да, вы видите, что угол наружу. В штатном приложении во втором и первом, и во втором есть калибровка педалей, но по какой-то причине она не работает через приложение. Там написано, что там удерживаете в течение 3 секунд, и все типа получится. Ничего там не получается. Мы посмотрели в интернете, не нашли русскоязычного, есть англоязычное. Там на 2 ящика ребята ставят колесико, отрабатывают, все правильно. Но не всем удобно читать субтитры и все остальное. И проще вот понять, как сделать педали ровненькими, либо сделать какой-то угол. Если вы на колесе ездите одинаково, что вперед, что назад, тогда вам нужно ровно, чтобы педали стояли. Если вы хотите как-то по-другому посадку сделать, либо педали вперед, либо назад, то можете также откалиброваться. Итак, калибровка. В чем она заключается? Мы берем колесико. В данном случае ставим его куда-нибудь хотя бы одной стоечкой на твердую поверхность. Заводим его. Оно закрутилось, Андрюха. Я нажимаю на кнопку на 4 секунды. Отпускаю и нажимаю второй раз, когда вижу, что у нас уровень нормальный. Еще на 4 секунды. Раз, два, три, четыре. Снимай, какие светодиодики будут. Колесико у нас загорелось синим. Красным. Затем красным. Сейчас выключится. Мне важно было горизонталь поймать. Все, оно выключилось. Да, я пользовался смартфоном. Можно пользоваться строительным уровнем. Сейчас включаем и смотрим, что у нас получилось с педалькой. Вы видели, какая она была? Сейчас она почти строго горизонтальная. Вы можете добавить угол, сделать его каким-то, каким угодно. Ну вот можешь снять, Андрей, вот как мы поставили, так она и стоит. То есть, друзья, чтобы откалибровать педали на зле, вот достаточно проделать такую процедуру. Поделитесь с друзьями этой информацией. Кто на зле катается, это очень полезно, потому что вот ни разу не сталкивался, не озадачивался этой проблемой. Легко приспосабливаюсь к маленьким там углам, к чему-то еще. Ну вот, Кирилл купил колесико, пришло оно с поднятыми педалями. И вот вдвоем, вот минут 30 мы искали ролики, пробовали через приложение, не получалось. И вот сейчас отработали, все очень просто. Ставим колесико, упираем либо на 2 педальки, я предлагаю на 1 педалечку, да, оно раскрутилось, колесико, после того, как вы зафиксировали, поставили еще раз уровень, оно раскрутилось и выключилось, колесико. Прям горелым запахло, как там серьезно все. Уровень положили, нажали, за 4 секунды зажали кнопку, раз, два, три, четыре, отпустили и еще раз. Раз, два, три, четыре. И отпустили. Светодиоды сначала синие, потом красные. Колесо мяукнуло. И выключилось. И после этого останется та настройка, которую вы поставили. Проверяем. Как мы сделали, так и получилось. Всем, кто смотрел, вот такие лайкусики. Все, пока-пока.